Ну, мы продолжаем делиться самой полезной, интересной и актуальной информацией. Владислав Тихомиров – это специалист, который отвечает за ценообразование в компании «Метро». Это достаточно сложная, я так понимаю, что очень большая объемная тема. Владислав, вот вопрос очень простой. В чем заключается новая политика компании «Метро»? По ценообразованию. Да, вот по ценообразованию. А что еще, да. Вы знаете, да, мы действительно долго, многие месяцы готовились к реализации новой ценовой политики. Вот, она называется «Оптом дешевле». Мы, в принципе, сопровождаем трансформацию компании из такой более розничной компании в оптовую. Вот, и мы хотим давать условия, выгодные для наших бизнес-партнеров. Да? Поэтому при покупке небольших объемов предоставляется скидки 10-15%, объемы совсем простые, буквально 3 штучки или 6 штучек нужно купить. Да? Это дает преимущество по отношению к дистрибуторам. Обычно, если к дистрибутору обращаешься, нужно коробку, там, минимальный заказ и так далее. А здесь любой предприниматель, небольшой, у которого маленькое помещение, где негде хранить, можно получить уже выгодные условия при покупке совсем небольших микрооптовых объемов. Вот в этом суть. Да. То есть это исключительно работает для сегмента B2C, а для B2B? Нет, это то, что я сейчас рассказал, в основном для B2B, как ни странно. Но, отличный вопрос, потому что B2C тоже, если семья, есть возможность где-то похоронить товары длительного срока годности, почему нет? И это получается выгодным даже для наших покупателей с семьей и так далее. Поэтому, в принципе, но основная идея в том, чтобы предоставить более выгодные условия для наших B2B клиентов. Ну, вы уже получили какие-то первые положительные отклики о введении новой экономической, такой новой экономической политики? Да, мы видим это в продажах наших. Какой еще может быть отклик? Это экономическая ситуация. Больше и больше клиентов покупают по этим скидкам, приучаются, понимают, как это действует, уже планируют свои закупки соответствующим образом. Да? У нас есть специальный там, ключевой ассортимент, куда мы еще больше и больше выгодные предложения даем. Там до 50% скидка может доходить. Вот. И это клиенты этим все больше и больше пользуются. Мы это видим каждый день нарастающим итогом. Да. Задам больной вопрос. НДС с 18% поднялись до 20%. Это как-то отразилось на ценообразовании компании «Метро»? Это отразилось на ценообразовании всех компаний. Да? Мы за этим наблюдаем. Я одно скажу. 1 января, вот когда новая ставка наступила, мы ничего не делали. Не было перепечатано все 100 тысяч ценников. Да? Я знаю, почему 1 января никто не ходил в магазин. Неправда. У нас, кстати, 1 января магазин открыт. Нет, это была инвестиция за наш счет. А потом ценообразование у него построено. Это же экономическое решение. Да? Мы взвешиваем баланс спроса и предложения, да, мы понимаем, где можно, где нельзя, где более чувствительная цена к цене товара, там даже снижение происходит, да, поэтому это не обязательно прямо вот раз и на, там, на 1,8 все повысилось, так никто не делает, кто-то даже больше, чем на, одну, чем на 2%, почему? Поставщики тоже приходят, у них есть расходы, и расходы эти тоже вместе со ставкой НДС, поэтому мы получаем новые, к сожалению, новые прайс-листы от поставщиков, и вот оно все в итоге выражается. То есть это невозможно избежать, это экономическая ситуация. Да? Но тем не менее, вы открыты и придумываете какие-то совершенно новые способы для того, чтобы радовать и привлекать новое количество клиентов, точно, и большее количество клиентов. Потому что, если возвращаться вот к нашей программе «Оптом дешевле», что это значит? Несмотря на то, что цена вроде бы первая, вот то, что мы на ценнике пишем, как бы немножко повысилась, да, где-то, а где-то нет, то средняя цена, по которой мы продаем, она на самом деле снизилась, потому что больше купил, скидку получил, еще больше купил, еще скидку получил. Раньше же не было такого, да? Значит, средний товар, который, средняя цена, по которой у меня клиенты купили, она снизилась. Вы меня спросите, а в чем экономика, где же вы же должны зарабатывать, да? Но тут все очень просто. Объем увеличивается, общая, так называемая, валовая маржа увеличится просто от того, что клиенты покупают больше, да? И все. Поэтому мы здесь... Это вин-вин, да, как это сказать, выигрывает обе стороны. Наши партнеры, клиенты и мы. Наш бизнес успешен только потому, что бизнес наших партнеров успешен. И все. И мы можем вместе развиваться. Ну и самый главный вопрос, где можно подробно ознакомиться с этой программой лояльности? А это не программа лояльности. Мы заходим в магазин, берем ценник и видим. Первая цена 100 рублей, вторая цена 3 штуки купил 100 рублей, третья цена, там, не знаю, 100 рублей, 90, 85. Все написано, сколько штук купить, и все. Слушайте, ну это очень здорово и очень приятно, что вы думаете о покупателях даже в таких, ну, иногда сложных экономических реалиях. Поэтому я хочу, чтобы приверженность к вашему магазину, к вашему продукту и к тому, что вы делаете, действительно была невероятно высокой. Спасибо, Роман, очень приятно, стараюсь. Спасибо, взаимно.